сбудутся они или не сбудутся, все или часть, или не сбудется, вопрос к обсуждению. Но технология будоражит в той мере, что энное количество институтов, интересантов и так далее боятся, что если они упустят определенный момент, они могут упустить рынок, будущее, оказаться в определенном момент ситуации, когда они уже не смогут догнать уходящий рынок. Это, в принципе, важно для как общая формула финтехнологии. Есть крайне большие риски, что какой-то или какая-то из технологий настолько толкнет развитие или изменит формат предоставления финуслуг, что ряд традиционных игроков просто останется за бортом. Поэтому каждый внимательно смотрит на каждый из этих элементов, либо на их комбинацию, представляя, как это может с ним оказаться. Вот что с ним завтра будет? С ним конкретно.